Признать конкурс на осуществление пассажирских перевозок недействительным. Таков вердикт арбитражного суда республики по иску индивидуального предпринимателя Натальи Гариной и общества с ограниченной ответственностью «Челны Автотранс». Напомню, перевозчики оспаривали решение исполкома на передачу автобусных маршрутов номер 1, 6, 9, 12, 29 и 42 предприятию пассажирские перевозки. За непростой ситуацией с челнинским общественным транспортом мы будем следить и далее.